В школьной столовой накрывают на стол. Нехитрая, но приятная на вид снеть ждет важных гостей. Для них же собирают продуктовые наборы. Это традиция 5-й Одинцовской школы. Родители собирают деньги на подарки для уважаемых горожан. А в это время в актовом зале стартует большой концерт. Песенные, танцевальные и литературные номера. Праздничная программа составлена из десятков выступлений школьников. Это, можно сказать, отчетная творческая работа. Мы помним это горе. Осталась в памяти война. Почетные гости – ветераны различных войн, чернобыльцы, дети войны. Каждый год перед майскими выходными им устраивают в 5-й школе большой праздник. Это и есть патриотическое воспитание – уметь выразить свое уважение людям, которые служат Родине. У нас сегодня 37 гостей, мы их сегодня приветствуем. Для них готовили прекрасные мероприятия в течение года и лучшие номера, которые у нас подготовлены в рамках конкурса, посвященного и Дню защитника Отечества, и Дню Победы. И еще одна отличительная особенность 5-й школы – силуэты журавлей. Это души людей, отдавших свою жизнь за служение стране, на окнах школы. И это неспроста. Учебное заведение ближе всех находится к железнодорожной станции, и летящие журавли становятся своеобразной визитной карточкой города в майские праздники. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».